Секретарь местного отделения «Единой России», глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями Звенигорода проверил ход реконструкции стадиона «Спартак». Сейчас на объекте обустраивается футбольное поле, идет вертикальная планировка и монтируется дренаж. В работах задействовано 25 рабочих и 5 единиц специальной техники. Глава округа добавил, что партийный мониторинг осуществляется в рамках реализации проекта «Детский спорт». Обновленный спортивный объект позволит охватить практически все возрастные группы жителей Звенигорода – от малышей 6-7 лет до пенсионеров.